Всем привет! С вами снова Трибунал, и сегодня у нас на обзоре Воин 16 миллионов мощи. Хочу сразу заметить, что данный персонаж ищет нового собственника. По всем вопросам, касающимся персонажа и предложениям по нему, вы можете обратиться как ко мне, так и к его собственнику. Данные контакты которого есть внизу под описанием, под видео в описании. Значит, давайте смотреть, что мы имеем. Это у нас, значит, 16 миллионов мощи воин. Воин находится на 13 месте в памятнике. Вот, да, 13 место, 16,6 миллиона. Так же, как билды меняются, на данный момент у него 16 миллионов, было 16,6. Вот. Ну и посмотрим самого персонажа. Духовка 11, не 12. Но, в принципе, я думаю, что это не проблема там догнать 12-ю. Так, значит, по ХП у него 43 миллиона, атаки 545 и защиты физмах по 200 примерно. Так, посмотрим по духовке, что у нас, значит, в духовке ОЗ персонажа в основном. Также есть прочность персонажа, ОЗ экзо плюс урон персонажа и еще ОЗ экзо. Так. 3720 ПВП мощи. Кольцо довольно-таки неплохо прокачано. Еще чуть-чуть осталось по левелу прокачать до упора. Ну и по звездам тоже неплохо прокачано. Так, значит, у нас что есть здесь? 38,5 тысяч крита. Ну, это воин. Он играет через чистый урон плюс урон. Значит, 397,5 тысяч прочки. Почти 400, грубо говоря. 2 миллиона плюс урона. Доп урон 180, иммунитет 138%. Так, что дальше у нас? Облик и наряд. Мах-кольцо мы смотрели. Трансформация, значит, здесь левел 9. Значит, навыки трансформации 3 основные и 2 навыка 1 и 2 уровня. Так. Что есть еще здесь? Справочник. Значит, по справочнику драконы, все, которые имеются, прокачаны максимально. Богиньки тоже прокачаны максимально, все, которые имеются. Так, будем смотреть дальше герои. Так, зачарование, это все неинтересно. Божий круг. Значит, на эндо это 2%, на экзо тоже 2%. Также есть, я так понимаю, в рыцарях 1% и 1%, соответственно. Так, по карточкам. Так, значит, по карточкам эволюции. Размещение, что у нас здесь открыто? Немножко открыто второй ветки. Значит, основное у нас, что здесь? Здесь, походу, все, которые... Ну, в принципе, в размещении никто не ставит нормальные карточки. В размещении ставят карточки, которые, типа, мощные остались, ну, уклонение, в основном уклонение, то есть здесь на уклонение разгон. В экзо это у нас крит, что здесь по древу две ветки осталось докачать до максимального. Значит, что здесь это плюс урон, здесь крит плюс 25%, прочность плюс урон, карточка парирования временно, наверное, перенесли, прочность, крит 25%, здесь что у нас крит 15%, ну и здесь критовые карточки, вот, в принципе, офигенная карточка, один только стат не крит, все остальные крит очень хорошие. Дальше что у нас здесь, плюс урон, ну так себе, можно будет поменять, и здесь крит. В экзо смотрим, что у нас по древу, а в экзо древо максимальное, но он почему-то не активирован, ну, в принципе, можно будет переделать, активировать максимально и открыть четвертый слот парирования, это, в принципе, даст хороший буст. Я не знаю, почему он не открыл, но, в принципе, да, еще можно одну карточку парирования воткнуть, и это реально даст где-то плюс 30к парирования, если будет хорошие карточки. Значит, что здесь? Воу! Здесь парирование карточка, причем очень хорошая. Плюс 35% парирования и чистого стата. Здесь прочность 6%. Прочность. Уклонение. Видно, нечем заменить. Парирование. Чистый стат хороший. Здесь парирование плюс 25%, смертоносность, парирование плюс 35%, ну, как бы разгон идет парирование, соответственно, логично. Здесь парирование, плюс 45%, ух, здесь тоже, а здесь чистое парирование. То есть экзоразгон на парирование, ну, в принципе, я бы уже перешел бы на вот последнюю
и открыл бы еще одну карточку. Может, действительно карточки не падают, нужна еще одна карта. Дальше посмотрим, что у нас по статам. Размещение, в принципе, не имеет никакого значения, но, допустим, посмотрим, все равно так 52 тысячи прочки, основные статы. Ну, такое, то есть размещение обычно хлам скидывается, как всегда. 596 тысяч атаки. Так, эндо у нас 737 тысяч атаки. Это, в принципе, хорошо. Все сокровища максимально по звездам и по левелу. Так, и что мы имеем? Почти 107 тысяч крита, 25 тысяч парирования, 73 тысячи прочки. И доп. Урон иммунитет почти по 45%. Нормально раскачан доп. Урон иммунитет. Дальше у нас экзо. 38 миллионов хп, 38,5, ну довольно плотный персонаж. По 250 тысяч прочки физмаг защиты. Сокровища максимальные по левелу и по звездам, соответственно. Значит, что смотрим здесь? Почти 146 тысяч парирования. Но опять-таки, я напомню, можно переключить на 4 карты парирования, и там можно догнать нормально парирование. Там будет 180, может даже больше тысяч парирования, того очень много. Прочка снята, но так как много парирования, прочку можно здесь убирать. Это, в принципе, правильный вариант. Смертоносность поднята для дефа. Так, минус урон 146, иммунитет 95%, доп. Урон 43%. В принципе, можно еще немножко иммунитета сместить сюда, будет вообще ля-ля. Так, смотрим дальше, что у нас. Рыцари я быстренько пролистаю, не вижу смысла озвучивать прям каждого рыцаря. Это реально очень много времени занимает, каждый может посмотреть. Так, сокровище, закалка, охрана. Угу. Уклонение, парирование. Парирование плюс урон уклонение. Здесь атака крит, ну крит прочность, стабильный билд. Двойная звезда здесь на атаку, эндо размещение и в экзо на деф хп. Руны, смотрим руны. В размещении это рубины на ОЗ. В основном. Эндо это два сердца и рубины, комплект на атаку. Все на атаку идут полностью. И экзо это щиты на хп. Это вот этот вот билд через парирование, иммунитет, ОЗ, щиты. В принципе, очень плотный. Так, хорошо. Что имеем дальше? Дальше у нас в ковке, в закалке. Так, так. Заклятие это плюс урон и хп. Ну, это для воина, для мага, это стабильный билд, так как у воина идет разгон на плюс урон, хороший. Да, еще не сказал про PvP снаряжение, здесь полный комплект красного, два снаряжения, и также прокачаны на 74 и на 100. Это что у нас? Это плюс урон и атака, соответственно. Духовка. Духовка, ну, можем посмотреть по статам. Я, в принципе, просто покажу статы на замену, но есть такие вон, как... экзопрочность, если нужно поднять прочность, опять-таки экзопрочность. Да, вот эти маленькие на основа хп можно переместить на экзопрочность, поднять сумму прочности для пробива противников, скажем так. Так как если ты играешь, ну вот это очень крутой стат. Прочность основы плюс 120%, это реально прямо вот жирнейший стат на нынешнее время. Есть он экзопрочность еще 96. В принципе, можно разогнать сумму прочки, потому что сейчас она нужна для пробива противников больше, чем хп основы, скажем так. Можно некоторые статы поменять. Также он есть и крит основы. Музыкалка почти максимальная, не хватает только камней на эволюцию. Ну то есть здесь сколько, 3 акции, 3 или 4 акции, и уже можно будет добить максимальную музыкалку. Мустрой прокачан на максимум, я думаю, везде. Так, богиньки. Так, сразу смотрим по святыням. Так, основа. Так, что здесь у нас атака в основном, смертоносность, крит. Ну, то есть, крита мало, но у него, в принципе, не идет разум в крит, так как это воин. У воина чистый урон, как я и говорил. Здесь у нас у ворот, прочность, немножко крита. Здесь у нас крит атака, что здесь, я уже не помню, у нее прочность. Прочности мало дает, да? Нет, 3000.
Так, и в экзо, соответственно, парирование. Парирование, смертоносный секрет. Ну, немножко по богинькам можно было бы перетусить. На самом-то деле, было бы немножко лучше, но, в принципе, есть куда двигаться, скажем так. Так, здесь артефакты на комбо урон с ульты. Так, здесь у нас ПВП. Здесь у нас также атака комбо урон. А, нет, это от бафа, да, от воиновский от бафа на, и на доп урон комплект. Но здесь я бы, например, убрал бы парирование, уклонение в 0. И плюс урон убрал бы в 0, потому что на эндо он сильно не дает прироста. И выкачал бы атаку, крит и прочность на максимальную. То есть можно выкачать 2000 атаки, 2000 крита и прочности 1500. В принципе, ну, кто захочет, можно будет переделать. Вот здесь 103 тысячи камней, и вы можете переделать это, в принципе, вообще налегке. И будет получше буст. Значит, в экзо сарацин, но это в этом же новом билде модном сарацин идет на экзо. И здесь на парирование прокачано. Здесь, например, я убрал бы прочность, я поднял бы смертоносность, минус урон, маг защиту до 1, физ защита 3, прочность вообще, по-моему, 1 или в 0 сейчас. В 0, да, прочность в 0, потому что она не имеет никакого смысла сейчас в экзо и при хорошем парировании. И минус урон поднял бы смертью. В принципе, немножко можно опять-таки тут перетусить. Но, в принципе, камней хватает до идеала. Но на парирование все статы, я так понял, выгнаны. Вот парирование 3-2-1. Ой, 2-3%. В принципе, хватает. Так, что здесь? Конь. Ну, не знаю, есть смысл. Но я просто пролистаю быстренько. Что здесь по коням? Вот так вот. Так, осколки. Что по осколкам? Афины есть немножко. Может, еще в складе есть, я не посмотрел. Так, конь. Конь там не имеет значения. Камни. Камни почти все открыты. Не открыты только в размещении. Пару слотов дополнительных. Опять-таки, я просто покажу. Благословление идет максимальное. Я вот так быстренько прокажу, что по камням. Мое личное мнение, немножко можно тоже было бы перетусить камни, больше увести иммунитет в экзо сосновы и раскинуть доп. Урон по среднему значению. Но, в принципе, так он выглядит очень даже хорошо. Так, здесь что у нас? Тоже все открыты. Здесь вот размещение доп-слоты не открыты. Ну, доп-слоты, я же говорю, на размещение это не имеет никакого значения. Размещение у нас так, дополнительный персонаж. На основных персонажах вот открыты доп-слоты. На основных героях доп-слоты открыты. Так, вот снаряжение дракона также. Да, вот. Доп-слоты все открыты. Смотрим дальше, что у нас есть. Дракон. Значит, драконы у нас 2 звезды 159 уровня все. Так, смотрим по навыкам. Здесь 2 навыка плюс урон. Оба, и крит, и смерть. Здесь плюс урон, крит. И также физзащита. Так, на эндо у нас прочность процентная атака, маг защита процентный, физ защита. И на экзо у нас парирование 21% и ОЗ. То есть, в принципе, кто, если там новый хоть там собственник придет на этого персонажа, то можно еще в навыках догнаться очень даже хорошо. Так, а спиды? На спиды 160, 163, 136. Также есть еще вот 160 на замену аспид. Ну, в принципе, аспиды, что здесь? Ну, нечего сказать. То есть, в принципе, аспиды стандарт. Нормально прокачанный, средний. Ничего такого прям оверсайз нет. Так, что дальше? В связях у нас есть еще гены. Так, гены. Здесь плюс урон.
Здесь ОЗ 9,6, здесь ОЗ 9,6, плюс урон. Ну, здесь все в основном будет плюс урон 15%, ОЗ 9,6. А так, ОЗ 10%, плюс урон 14,4, ОЗ 4,8, ОЗ 9,6. Ну, в принципе, ОЗ и плюс урон — это новые гены, еще пока статы не наролены, пока только качаются и набиваются. Вон реорганизация есть по 50, по 70 штук, она не набивается, чтобы когда будет уже там желтый или красный, уже тогда ролится по статам. Так, что у нас еще есть? Естественно, все стадии максимально, прокачка по золоту по стадии максимальная, вот эти статы, в принципе. Так, вот, надеюсь, что я ничего не пропустил. По-моему, я показал все. Данный персонаж, как я напомню, ищет нового собственника. По всем вопросам писать либо мне, либо собственнику лично. Контакты его есть внизу под описанием, внизу под видео в описании. Если есть какие-то предложения, если есть какие-то вопросы, также пишите в комментариях, пишите мне лично. Я думаю, что мы как-то найдем с вами общий язык и сделаем, может, есть какие-то пожелания по видео дополнительным. Тоже пишите в комментариях. Так, всем спасибо, всем пока, подписывайтесь, ставьте лайки.